Друзья мои, всем привет! Улица Комсомольская. Иду домой. Давайте вам еще другую сторону покажу. Комсомольская, 43Б. С этой стороны Комсомольская, с правой, а с левой Солнечная. Время 9:00 вечера. Возвращаюсь с работы. Комсомольская, 46, зашла во двор. Пройдусь, покажу вам немножко дворы Норильска. А то мне тут на последние мои видео несколько комментариев пришли, что я уж слишком хвалю Норильск. Зайди во дворы, посмотри, что во дворах происходит. Смотрите, зашли во дворы. Что во дворах происходит? Происходят ремонтные работы. Дворы благоустраивают. Смотрите, крыльцо в подъездах обновили. Во дворах чисто. Ну вот я зашла в первый двор. Кто скажет, что во дворе грязно? Что за люди? Я, наверное, в этом видео буду возмущаться. Где вы видели идеально чистый город? Вы посмотрите, что вам не нравится в нашем городе. Я тут вчера смотрела блогера, забыла, как его имя. Ну, забыла вообще канал, название канала. Это мы сейчас школу проходим, где он снимал и показывал города Европы. Я вчера просто залипла на Амстердаме. Боже мой, какая там помойка. И это Западная Европа.
А что вы хотите от города, который расположен на крайнем севере в условиях вечной мерзлоты? Город промышленный, город рабочий. И посмотрите, как чисто не только на проспекте, но и во дворах. Напишите мне комментарий, если вы увидели, что я показываю грязь, помойку, мусорку и так далее. Был комментарий, что вы врете, вы зайдите во дворы. Вот зашла во дворы. Вот, зашла во дворы. И что я вру? Я иду и показываю город. Я снимаю и рассказываю. Рассказываю, как я радуюсь тому, что закончился мой отпуск. Что мы, наша семья, и Софья, и Сергей, и я, мы приехали с большим удовольствием в город, где мы счастливы, где мы трудимся, где нам нравится наш труд, наша работа, где нас все устраивает. Мы этому радуемся. И вы мне пишете, что я вру. Я вот все показываю, хожу и все показываю. Посмотрите, какая чистота. Я зашла во дворы. Посмотрите, идет работа. Кладут асфальты. Вообще, что за люди? Я не могу. Я правда очень возмущена негативом людским. Вечно недовольством каким-то. Вас в любой город отправь, вам везде будет плохо. Посмотрите, вот, посмотрите, дворы. У нас коммунальные службы работают на 100%. Посмотрите, как чисто. Детская площадка. Одна из самых больших площадок в городе. И повторяюсь, это все в условиях вечной мерзлоты. Хватит уже писать негативные отзывы про Норильск. Еще раз говорю, посмотрите других блогеров, которые показывают ту же Европу или Америку. Вот где вы увидите помойку. Вот опять кладут асфальт. Время 20:30. Коммунальщики работают. Работы в Норильске в летний период всегда делаются. Дома благоустраиваются. Площадки благоустраиваются. Пойдемте еще посмотрим. Вот я смотрю, тоже сделали сквер. Доделали все-таки его в этом году. Возле центра обслуживания Норникеля. В прошлом году его начали делать. Ух ты, еще смотрите, что. О, давайте пройдемся вокруг. Софья говорила, да, что сделали площадку. Вот это садик номер 2, детский сад Умка, старый корпус. 100 лет в обед этому детскому садику. Мирончик у нас сюда ходил в ясельки. Ну, здесь в основном ясельки. А потом уже в средней группе его уже перевели. Ну вот, за центром обслуживания, смотрите, уложили асфальт, сделали вот такой сквер, где можно, где, видите, молодежь сидит, отдыхает, встречается, общается, играет в мяч. Повторяюсь, время 8:30. Вот еще и машут ручками. Видите, какие у нас ребята классные. И вот такая площадка здесь. Опять же аварийный дом, да. Покрытие специальное.
дорожки, тротуарная плиточка выложена. Ну вот, вот что сделали в этом году, за это лето. Просто читаю в последнее время комментарии, как приехала в Норильск. Столько негативных комментариев. Боже мой, не любите вы Норильск? Едьте вы отсюда. Чего вы тут живете? Насилуете себя, издеваетесь над собой. Живете в ненавистном городе, в нелюбимом. Вот, все выложено тротуарной плиткой. Лавочки. Мини-сквер. Опять же, высажены саженцы. Что-то пытаются сделать, что-то пытаются сохранить. Вышли на Ленинский проспект. Ну что, прошлась по дворам. Увидели грязь? Напишите мне в комментариях. Слишком грязные у нас дворы. Почему-то основная масса людей, кто и никогда даже не был в Норильске, наоборот, пишут, как у вас чисто. Даже ни одной бумажки не валяется. Просто чистота. Это пишут люди. Это не я придумала. И это не с моих слов они так пишут. Я же снимаю. Я же не просто рассказываю о городе. Я снимаю. Подтверждаю все съемками. Я, например, когда приезжаю с материка, мне чистота Норильска очень бросается в глаза. Конечно, до субботника, когда все тает, когда весенняя слякоть, таяние снега, конечно, не очень приятно в городе. Но это не только в Норильске. В любом городе так. Но в Норильске, я могу сказать, чище, чем в любых других городах. Тут пишут комментарии, что ты несешь, я живу в Норильске. Зайди во дворы. Зашла во дворы. Что я увидела? Увидела работу, которая производится во дворах. Чистоту, порядок, благоустройство дворов. Ну что, праздники закончились, начались трудовые будни. По приезду из отпуска я вышла в смену, работаю сейчас и в день, и в ночь. Надеюсь, это временная акция, и все вернется на круги своя. И я опять буду работать в день. Все-таки ночные смены мне даются тяжеловато, хотя в этом тоже есть свои плюсы. Больше выходных. Есть возможность в будние дни сделать различные дела социального характера. Конечно, по пятидневке, работая, все это очень сложно. Ту же поликлинику я уже не имею возможности там на часик отлучиться от работы, сходить, к примеру, в поликлинику, тем более когда ты работаешь на отдаленном объекте. Вот еще, знаете, что хочу сказать? У меня сегодня прическа, конечно, караул. А почему? Потому что я весь день, всю смену провела практически в каске, в цеху. В цеху жарко, голова потеет, соответственно. Утром укладку делаешь, а вечером домой возвращаешься, на голове ни черта не уложено. Ну что, друзья мои, снимаю видео на следующий день. В самый неподходящий момент у меня на телефоне села батарея. Сегодня у меня ночная смена. Привожу себя в порядок, выспалась. Сергей в гараже, я дома одна.
Сергей занимается гаражом, что-то там ремонтирует, что-то подделывает. На работу ему выходить 6 августа, ну и будет вот свой отпуск догуливать, занимаясь гаражными делами. Там что-то с крышей делает, потом с автомобилем будет возиться. В общем так, Софья пошла в магазин, я готовлю солянку. На улице лето, на улице тепло, хорошо, сейчас я утюжок уберу. Передислоцировалась на кухню. Продолжим тему нашего города. Все-таки меня не оставляют в покое вот эти комментарии негативные. Я хожу такая довольная, радостная, счастливая по Норильску. Все мне нравится, а вот некоторым людям это не нравится. Не нравится мое такое счастливое, радостное состояние. И они это расценивают, и не только расценивают, а даже оставляют такие комментарии о том, что я вру, о том, что я говорю неправду, о том, что я выставляю город в розовых красках и не говорю там какую-то правду. Правда, неизвестную мне правду, но тем не менее, вот что я людей обманываю, ввожу в заблуждение, что показываю проспекты, а зайди во дворы, покажи дворы и так далее. Вот, вчера я зашла во двор, это был выбран случайный двор, я вышла не на своей остановке, просто ехала с работы и вышла на остановке, где выходила много народу, и я как бы, ну, решила просто выйти и пройтись пешком. Погода замечательная, хорошая, мне торопиться никуда не надо. Вот, и поэтому такие вот случайные дворы, но тем не менее, вы сами видите, да, что я наткнулась на дворы чистые и дворы там, где делается действительно работа по благоустройству. Конечно, не все дворы у нас в Норильске такие. Есть районы, ну, не совсем чистые. Мы тоже, когда занимались поисками квартиры, когда переезжали с КРК на сюда, в Норильск, ну, походили по дворам, да, несмотря на то, что это был даже зимний период, но уже было видно дворы, где коммунальщики работают лучше, и дворы, где коммунальщики работают хуже. Мы это ориентировались, конечно же, по заснеженным заносам, сугробам и так далее. Вот. Поэтому и в летний период, конечно, не все дворы такие чистейшие, но тем не менее в большинстве дворов, где вот я хожу, где я бываю, да, я не бываю где-то на окраинах города, ну, мне просто там незачем бывать. Но, по крайней мере, где я хожу, я снимаю, показываю, вы сами все видите, чистоту и порядок. Конечно же, в Норильске мне не все нравится, меня не все устраивает, я об этом неоднократно уже говорила в своих видео. Мне не нравится полярная ночь, я очень тяжело переношу полярную ночь. Мне не нравится долгая зима. Мне не нравятся некоторые люди, которые, можно сказать, гадят у себя дома, которые выгуливают своих собачек без пакетов, которые выносят мусор возле подъездов, такие тоже есть. Но это уже камень в огород, скорее, не городу, не коммунальщикам, а камень в огород людей, которые здесь проживают. Но коммунальщики делают свое дело, конечно же, и убирают и мусор, и все это вычищают и выгребают. Вот. Поэтому мне не все здесь нравится. Мне не нравится здесь отсутствие природы. Мне не нравится отдаленность Норильска от материка, от других городов. Мне не нравится то, что мы не можем сесть в машину и поехать, там, я не знаю, куда глаза глядят, на все четыре стороны. Нет, мы в этом ограничены. Конечно же, мне все это не нравится. Но я не буду ходить, ныть, плакаться и там, я не знаю, каждому встречному и вам в том числе, что вот я какая бедная, несчастная, вот какой плохой, поганый город и так далее. Я знала, куда я ехала, я знаю, где я живу, я знаю, в каких условиях мне, знала, когда ехала в Норильск, в каких условиях мне придется жить. Это мой выбор, ребята, это мой выбор. Почему я должна обвинять все вокруг и всех вокруг за свой выбор? Это мой выбор и моя ответственность. И я считаю, что каждый человек, ну, я считаю, это правильно. Конечно, не все люди такие, далеко не все. Все люди разные, кто-то думает и размышляет по-другому. Но я же вам не навязываю свое мировоззрение и свою правду. Пожалуйста, живите так, как вам угодно, это ваша жизнь, вы сами строите ее. Я ее строю вот так. Я стараюсь, я, конечно же, вижу плохое, я, конечно же, вижу какой-то негатив, я вижу, я знаю, что меня не устраивает, но я на этом не зацикливаюсь. Мне это неудобно, мне в этом некомфортно жить, и я в этом буду жить несчастливо. Я хочу быть счастливым человеком, я хочу жить на позитиве.
Я, приезжая в каждый новый город, я вижу в первую очередь только хорошее. Я не вижу ничего плохого. Да, я приезжаю как турист, и мне не нужно замечать ничего плохого. Это пусть местные жители там копаются в этом, что-то видят, чего не видим мы, туристы. Я всегда вижу только хорошее. Я, когда приезжаю на новое место, в санаторий, я также вижу только хорошее. Ну, не только хорошее, неправильно я говорю. Я стараюсь видеть хорошее в первую очередь. При знакомстве с человеком я стараюсь видеть хорошее, и я вижу хорошее. Может быть, это неправильно, кто-то скажет. Ради бога, это ваше мнение. Моя позиция вот такая, и мой девиз по жизни вот такой. Видеть только хорошее, жить с верой, с оптимизмом, с добром, и ходить ныть и плакаться, что все вокруг меня плохо, и что я живу там в какой-то клоаке и так далее. Мне зачем? Я от этого буду несчастливым человеком. Я хочу быть счастливой. И если я буду жить вот в такой клоаке вокруг меня, в этом ковыряться, в этом копаться, быть вечно недовольной, недовольной собой, своим городом, своей жизнью, я не буду жить в этом городе. Я буду искать другой город, я буду искать другое место жительства, я буду менять свою жизнь. Но мне зачем? Меня все устраивает. Вот моя жизненная позиция вот такая. Да, у меня был комментарий, что ей так удобно, ей так хорошо жить вот так. Да, мне так удобно. Каждый человек выбирает свой путь, каждый человек выбирает свою жизненную позицию. Вот моя позиция вот такая. Я живу с оптимизмом, я живу с верой, я живу с добром, я стараюсь улыбаться, стараюсь создать хорошую атмосферу в моей семье, в моем доме, на моем канале. Да, вот так. И это не потому, что я вру, а потому что я такой человек, дорогие мои, я такой человек. Я люблю этот город, я люблю себя в этом городе. Мне здесь комфортно, да, есть моменты, которые меня не устраивают, но я не буду, повторяюсь, плакаться. Я принимаю эту ситуацию, я принимаю эти обстоятельства. Я знаю, куда я приехала, где я живу, зачем я живу, для чего я живу. Мои приоритеты расставлены. Поэтому не ждите от меня негатива, не ждите негатива на моем канале. Этого не будет. Вокруг меня в моей жизни сплошной позитив. И даже когда в жизни у меня случаются неприятности, они, ну, естественно, случаются, я обычный человек, и в жизни не может быть все так облачно, безоблачно и розово. Естественно, разные ситуации и разные обстоятельства бывают, и в том числе неприятные. Так вот, когда они случаются, я не сижу, не плачусь, я не жалею себя, что я бедная, несчастная, я не прошу у других людей, пожалейте меня, какая я бедная, несчастная. Да, я могу попросить совета у человека мудрого, у человека, которому я доверяю и знаю, что этот человек мне действительно поможет правильным и нужным советом. Но я стойко преодолеваю все свои неприятности и учу этому свою семью, своего мужа, своих детей, что все в жизни преодолеваемо, главное в это верить, и главное видеть позитив вокруг себя и создавать позитив вокруг себя, и жить так будет легче. И вообще я стараюсь не портить настроение ни себе, ни другим, но, к сожалению, не все люди такие, а кому-то, конечно же, испортить настроение это как сходить водички попить. И вот в тех же комментариях очень много появилось хейтеров на канале, действительно много, где и по мне проходятся, и по Сергею проходятся, и по моей внешности проходятся. И, кстати, я, конечно же, понимаю, что вот эти хейтеры, которые цепляются к внешности, к возрасту, ну и ко всему остальному, они сами ничего из себя не представляют. Это вот прям 100%. И подтверждение этому есть у меня одна хейтерша на моем канале. Кстати, я ее прям знаю лично. Мы познакомились, отдыхая в Заполярье, в санатории Заполярье в прошлом году. Вот, познакомились с семьей там из Мурманска. Сильно не общались, чисто так. Здравствуйте, до свидания. Где-то там по пару слов перекинемся. Вот, и уезжали мы тоже в один день. Мы уезжали в Ярославль, они уезжали в Мурманск. И тоже так немножко постояли там, поговорили, попрощались. Но суть в том, что
она подписалась на мой канал, и периодически на протяжении года она мне оставляет негативные комментарии. Негативные комментарии именно по моей внешности, по моей одежде, как я одеваюсь, комментарии по моему возрасту, как я и насколько выгляжу. Ну, для меня, конечно, это вообще ненормально, потому что я знаю человека, и я видела этого человека. Я знаю, как она выглядит. Я не буду, естественно, проходиться сейчас по ее внешности, потому что наверняка она меня смотрит, и я думаю, ей это будет неприятно. Я повторюсь, что я не люблю людям портить настроение и говорить какие-то неприятные вещи. Но с ее внешностью я бы внешность других женщин вообще бы не обсуждала. Это было бы для меня табу. Ну вот, на примере одной хейтерши я могу сказать, что, значит, и, скорее всего, все хейтеры выглядят подобным образом, как она. Но они имеют смелость, не показывая себя, не показывая, как они выглядят, как они одеваются, свои прически и так далее, они могут себе позволить обосрать другого человека. Вот, еще хочу, коль уж у нас тема такая развелась по поводу комментариев и негатива, еще хочу попросить вас не оставлять негативные комментарии в отношении моих детей, не обсуждать мою дочь. В противном случае я просто буду вас блокировать, я буду вас отправлять в бан. Все, мне это надоело, надоели вот эти бестолковые и неправильные ваши умозаключения касаемо Софьи. Ну, опять же, я так осмелюсь предположить, что, скорее всего, это пишут те люди, у которых совершенно нет детей. И они не знают на самом деле, что такое подросток. Вот, и вот пишут такую чушь. Ну, что я могу сказать? Лучше займитесь деторождением своих собственных детей и займитесь их воспитанием. Не надо меня учить. У меня трое детей, которых я не скрываю, которых я показываю. И по моим детям прекрасно видно, что у меня дети культурные, дети воспитанные, дети порядочные. Я горда собой, что я воспитала таких детей. И я знаю, что в будущем они не подведут ни меня, ни себя, и гордость моя будет только приумножаться с каждым годом, с каждым их поступком и достижением. Так вот, не надо меня учить и не трогайте моих детей. Все, я буду вас всех блокировать. Надоело читать негатив, надоело... Я все комментарии читаю, я на все комментарии стараюсь отвечать. У меня с моим зрителем происходит диалог. Я не просто, знаете, отработала, сняла видео, и на этом все, там трава не расти. Нет, я видео выпускаю, и я дальше продолжаю с вами активно взаимодействовать. И негативные комментаторы, и негативные подписчики на моем канале не нужны. Я не получаю сейчас дохода, у меня есть монетизация, да, есть, но там такой копеечный доход, что он не сравним с тем доходом, который у меня был ранее. Поэтому мне от вас ни холодно, ни жарко, и терпеть вас на своем канале я не намерена. Пусть у меня лучше будет 10 тысяч подписчиков вместо 15 тысяч, но это будут мои зрители, которым я интересна как человек, и вообще интересна моя жизнь и, ну, мои мысли, на меня смотреть интересно и приятно и так далее. В общем, те люди, с которыми у меня уже налажен контакт. С кем-то он не налажен, кто-то меня смотрит и не комментирует. Есть такие, которые оставляют комментарии, что: «Ой, Мариночка, я впервые пишу комментарии, но смотрю вас постоянно». Поэтому вам тоже огромное спасибо таким моим зрителям, которые меня не комментируют, но которые меня с удовольствием смотрят. Вот, а те, кто комментирует негативно, давайте-ка вы идите в другое место. Еще у меня комментарий, вот опять, наверное, на сегодняшнее видео может что-то прилетит, что зачем вы себя показываете, вы не думаете, что это уже слишком много вы себя показываете, мы хотим видеть город. У меня канал о моей семье. Неоднократно я об этом говорила, о моей семье, о том, как мы живем в Норильске. Поэтому я не намерена ходить и постоянно показывать улицы, как он меня еще назвал, говорящей головой.
У нас в Норильске только один блогер был, который себя позиционировал как говорящая голова. Я не говорящая голова, я Марина, и очень приятно познакомиться. Вот. Всем зрителям не угодишь. Кому-то нравится одно, кому-то другое, кому-то пятое, кому-то десятое. Я на своем канале стараюсь совместить все. Абсолютно я стараюсь угодить каждому зрителю. И работаю для, наверное, на каждого зрителя. Ну, на каждого все-таки, как я вижу, не получается. Кому-то что-то не нравится. Ищите другой контент. Все, дорогие мои, на этом я буду заканчивать свое видео. Извините сразу, что, может быть, был такой негатив небольшой, да, а может быть и большой сегодня. Ну, вот сегодня вот так, потому что, да, приехала в Норильске, что-то какие-то комментарии посыпались не очень хорошие, часть я удалила, часть что-то осталось, но, наверное, я буду начинать удалять все негативные комментарии. Хотя на протяжении всего моего канала я очень мало комментариев удаляла. Есть, кстати, такие комментаторы, которые сами удаляют свои комментарии. Вот, кстати, недавно один там писал насчет по поводу Сергея, что я такая незаботливая жена и так далее. И потом смотрю, он эти комментарии удалил. Видимо, может быть, ответочки ему стали прилетать. Люди сами удаляют. Поэтому я старалась не удалять. Ну, наверное, надо это делать. Как-то так. Так, все, друзья. И спасибо, да, хочу выразить большую благодарность моим любимым зрителям. Зрителям, которые меня смотрят с удовольствием, меня смотрят с радостью. Зрителям, которые радуются нашим радостям, когда мы радуемся. Вот, и разделяют и радость, и печаль вместе с нашей семьей. Спасибо большое за поздравления с Днем Металлурга, с Днем Города. В общем, всем огромное-огромное спасибо. Я вас действительно люблю, люблю всем сердцем. Если бы, наверное, этого не было, то, скорее всего, произошло бы закрытие моего канала. Но я понимаю, что я не могу вас бросить. Я понимаю, что я, наверное, как связующее звено для многих связываю с Норильском. И мне, ну, действительно, как-то вот не хочется оставлять моих уже постоянных и любимых зрителей. Все, увидимся в следующем выпуске. Всем добра, 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 добра. Будьте добрее, будьте радостнее. Оптимизма вам побольше, светлых, солнечных дней, мирного неба над головой. Чтобы все в вашей жизни было именно так, как вы этого хотите. Поменьше нагнетайте, поменьше выражайте недовольство. Смотрите, сколько прекрасного вокруг нас, сколько интересного. Всех вам благ, здоровья, счастья, удачи. Пока-пока.